первенстве России. Ну что же, теперь встречайте Алена Косторная, спортсменка, которая своей короткой программой покорила уже сотни тысяч, да, наверное, миллионы зрителей по всему миру. Эта короткая программа так прозвучала в Перми, что набрала за нее Алена 79,97 балла. Она лидирует в соревнованиях среди девушек, и впереди осталось только две произвольные программы. Алена Косторной и Анна Щербакова. На льду Косторная. Музыка к Ромео и Джульетте. Настолько волнительно смотреть за выступлениями наших девчонок, но, знаете, сразу вспоминаю чемпионат Европы, когда наши спортсмены выходили на лед, насколько велико волнение было у нас, комментирующих события на ледовой сцене. А здесь как бы все наши, но все равно хочется, чтобы у каждого спортсмена, который в эти дни соревнуются на первенстве России, что да, чтобы у каждого это получилось показать свой максимум. Ведь ради этого эти хрупкие создания, а сейчас речь в большей степени, безусловно, о девушках.
часами отрабатывают мастерство на тренировках и живут спортом, живут фигурным катанием. Да часами это, наверное, мягко сказано, часами ежедневно они отрабатывают это мастерство. Кому как не Алексею Ягудину знать о том, что творится на ледовой сцене за кулисами во время тренировочного режима. Но я обращаю внимание еще и на тот факт, что публика благодарностью отвечает каждый из этих спортсменок. Смотрите, какие трогательные мягкие игрушки дарят зрители этим фигуристкам. Медведь, которого сейчас бросили на лед для Алены Косторной, такое впечатление, что размером приближается, стремится к самой фигуристке. Ну, вы знаете, по поводу игрушек, несмотря на абсолютно взрослый набор элементов, в том числе, да, и тройные флипы, и тройные турбы, руцы, ринбегеры, четверные прыжки, безусловно, это очень... Это набор взрослых спортсменов, но сейчас на льду выступают дети, поэтому, наверное... такое огромное количество этих плюшевых игрушек, потому что они прям под стать им. Но что касается Алены Косторной, то абсолютно не детское фигурное катание сейчас продемонстрировала воспитанница группы Итери Туперидзе, самбо 70. Абсолютно взрослое катание именно по презентации. И, конечно, она очень сильно выделяется на фоне всех выступающих, соревнующихся в этот момент впереди. 150,82 балла набирает Алена Косторная. Совершенно запредельные цифры, но даже этой оценки ей не хватает для того, чтобы остаться выше Александры Трусовой. Трусова сохраняет лидерство, Алена Косторная занимает текущую вторую строчку.